Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час, и это очередной обзор на сегодня, 15 сентября, четверг. И давайте начнем традиционно с пары евро-доллар. Смотрите, что это у меня таймфрейм 15, пятнашки, минутки. Вот. Что нам показывает евро-доллар? Ну, вы видите, что уже несколько дней мы, так сказать, в таком флете, да? То есть нет определенного пробоя куда-то в одну сторону. На сегодняшний день показывает, что мы разворачиваемся вниз, и вот мы уже, я записываю, скажем так, довольно-таки поздно, это 10 часов утра. Вот проснулась поздно, что-то я сегодня не могла встать. Вот, а на неделях, вот получается, что на следующий день, то есть завтра, у нас прям показывает конкретные, ну как конкретные, ну такие, что мы пробьемся и пойдем вниз все-таки, определимся с движением, а движение показывает, что будет нисходящий тренд на неделе. То есть я думаю, что завтра мы, почему я так думаю, потому что если посмотреть, вот только на днях мы находимся ниже вот этого вот волшебного индикатора, о котором я вам говорила вчера, я его записала, и видео выйдет сегодня в 2 часа дня. Вот, а на остальных таймфреймах, вот, посмотрите, что на H4, на 4 часовках, вот, что на часовых, вот, мы все находимся, видите, тестируем, и все как бы тестируем этот уровень на 30 минутках, тоже мы находимся выше, и только на пятнашках мы сейчас вот пробились и отработали M5, вот она здесь, 5 минутки, а если взять минутки, то если... руководствоваться в течение дня надо вот на минутках, что вот нам показывает вот это. Я более подробно объяснила в видео, смотрите, которое выйдет до 2 часа. Это такой лайфхак, волшебный такой индикатор, вот, который четко показывает внутри дня, как мы работаем. Видите, как мы сегодня пошли, оттолкнулись от него и пошли дальше вниз. То есть... вполне возможно, что еще и сегодня мы будем, скажем так, в этом диапазоне, во флете, а завтра уже в середине дня, там, либо на новостях, будет, возможно, я предполагаю, конкретный поход вниз. Вот что я хотела сказать по паре евро-доллар. Сегодня, ну, в этом же диапазоне, как и вчера, там чуть выше, чуть ниже. Ну, вы видите, как бы тренд показывал на неделях восходящий. Ну, что и было, вот чуть-чуть выше, и здесь как бы чуть-чуть выше. Но, можно сказать, на одном уровне, то есть во флете. Вот, так что сегодня опять-таки мы можем вот сюда дойти. Это, ну, что у нас... 1.121.43, ну, либо даже 121.20, как-то так, здесь вот находится линия месяца. Кстати, месяц, как бы, шел восходящий тренд, но вот потихонечку, видите, они сближаются, то есть идет на смену тренда, на нисходящий, но пока еще рано об этом говорить, куда же все-таки прорвется евро. На очереди у нас следующая пара. Доллар-франк. Ох, как красиво тоже все отработали. Да, что я могу сказать по этой паре? Давайте еще уменьшим. Тоже опять-таки, видите, в таком диапазоне, что означает вот мои мувинги, что показывает, когда сужаются вот и туда-сюда. То есть тоже своего рода флет, да, уже сколько-то дней. Не выходим из вот этого вот определенного диапазона. Это означает, что мы готовимся куда-то прорваться. Поэтому, если на пятнашках, видите, находимся выше красной линии, на 30 минутках ниже, на часовых выше, на 4 часовках, вот его тестируем. Но это самое главное, потому что 4 часа и вот никак не может определиться, прорваться и закрепиться выше-ниже. На днях мы то же самое. Видите, это сильные, вот здесь все скопления, потому оно и так, потому что очень сильные уровни и не могут пока
определиться. Ну, как не могут? Все давным-давно определено. Это, так сказать, трейдеров держат в таком напряжении. Ну что ж, вот такой вот по франку, но опять-таки, возможно, как и вчерашний диапазон, потому что нам показывает, что мы вниз пойдем на сегодня, хотя недельный тренд, он как бы восходящий, если вот посмотрите, хотя он как бы и восходящий, но как бы и никакой, опять-таки, на... во флете, ну то есть все пары подогнали вот... В один такой диапазон они внутри дня работают. То есть сейчас вот мы отработали линию месяца. Это какой у нас тут уровень? Давайте посмотрим. Что-то не показывает. Ну, 0,976, там 20, 30 и так далее. И вот внизу опять, если мы пойдем вниз, значит придем опять тестировать недельную линию. 0,972,20 и, возможно, даже еще ниже. 0,972, 0,971, там 30, 40, 30, 10 и так далее. Ну, вот как-то так. Следующая пара у нас фунт-доллар. Ну, фунт-доллар на сегодня тоже показывает восходящий тренд. Ну, фунт, знаете, такая пара сама по себе. Но, тем не менее, тоже, видите, если на днях мы посмотрим, тоже вот так вот идем. Ну, определенно сейчас идет волна. На четверках мы находимся опять-таки ниже вот волшебного индикатора. На месяцах, как бы вот видите, мы достигли линии месяца, тренд восходящий, на неделях нисходящий, вот желтенькие линии показывают тренд нисходящий, но на днях он у нас как бы больше восходящий, да. Вот, поэтому, смотрите, здесь тоже был достаточно такой уровень серьезный, вот это показываю часовой таймфрейм. На М30 мы уже, видите, отработали, то есть пробились, вернулись, закрепились немножко ниже пока еще, но сказать, что вот четкого такого закрепления нет, возможно, еще вернемся опять еще туда, вот к этому уровню. Это какой у нас уровень? 1,325, ну, возможно, чуть выше, возможно, даже и сюда. Пойдем к разворотной линии дня. Это 1,318,80, даже, возможно, и ниже. 1, ну, как и вчерашние, там, возможно, 1,313,70,80,300,14, вот так вот. То есть фунт довольно-таки, видите, внутри дня такой. И туда, и сюда. Поэтому спокойно внутри дня можно заработать. Ну, вот такие ожидания по фунту. То есть, возможно, я говорю, либо от разворотной линии дня, это что у нас 318,80, либо можем идти ниже и развернуться опять и пойти такую, сделать волну вверх восходящую, то есть до линии месяца 329,68, от 330. Вот как-то так. И последняя у нас пара на сегодня — доллар-иена. Ну что ж, по этой паре тренд дневной нисходящий, недельный тоже нисходящий, пока еще продолжается, но видите, как бы, что вчера был и восходящий, и нисходящий, что сегодня немножко пошли, но все равно как нисходящий больше. Вот мы идем, тестируем, и находимся выше волшебного индикатора, выше красной линии. На 30 минут, как находимся ниже, на часовых свечах вот мы находимся выше. Самое, вот видите, я рисовала, я показывала это.
и объясняла это опять-таки по поводу волшебного индикатора, чтобы вы имели понимание. Ну, смотрите в 2 часа дня, потому что я там подробно все объясняю, что и как работает. Ну, хоть и сегодня показывает нам нисходящий тренд, но пока что я смотрю вот по свечам, по моему, то, что мы пойдем сюда, возможно, вверх, вот к разворотной линии дня, это 102.784, здесь же и пересекается нас с линией месяца, ну и отсюда, возможно, еще раз придем тестировать или пойдем даже вот где-то сюда, где-то на 101.634, где-то так, а может быть и чуток ниже. Вот приблизительно, дорогие друзья, такие ожидания на сегодня, 15 сентября, по основным валютным парам. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, задавайте вопросы. Я с удовольствием, с радостью всем отвечу. Что непонятно, спрашивайте. Вот очень важна ваша обратная связь, чтобы я чувствовала, чтобы я понимала, что это вам нужно, что это вам помогает. Всего вам самого хорошего, ураганного профита и пока-пока!